Пошло. Присаживайтесь, пожалуйста. Я вообще должна была приехать... видите, как чревато в Турции задерживаться? Цвет волос, видите, да? Все, так что... Не, имя не поменяла. Слава Богу. Я вообще вчера должна была рано утром приехать. Да. Раз. Пошло? Покупаю билет на самолет. Купу вам билет с самолетом. Да, и у меня просроченная сессия. Думаю, что такое? И пишет Даша. Вы говорите, в Стамбуле в субботу будете на служении? И тебя питали в субботу, что вы давал в Стамбул? Я говорю, ну да, будем. Я сказываю, что да. Я тоже выезжаю, нашего Андрея завезу, пастор Андрея. И тебя... в аэропорт. Казвача Трыгва и пастор Андрей Штегозакаров летишь ты в 10 утра. А в 10 вечера у него автобус, а в 10 самолет. Вечерта то има самолет. Я говорю, вы что, он целый день будет в аэропорту? И я сказываю, как такая, что будет целый день в летишь то? Связываю с ним, говорю, я могу на день позже выехать, мы тебя заберем, отвезем. И ему предлагаем, а все, что да, у тебя покусну туго и до Гозакара мы его в летишь то не. И знаете, я так радуюсь, как Бог любит своих детей. Я столько вас радуем, как Бог убичает цата си. Да. Даша его привезла в Стамбул на собрание. Даша Гозакарова в Стамбул на собрание. Мы его забрали, отвезли в духовную семинарию в Стамбуле. Не Гозакаров, мы его в духовную семинарию в Стамбул. Два раза его покормили. Два пути его на храних мы. Отвезли на машине в аэропорт. Со скуата Гозакарова мы на летище то. Вот. И думаю, знаете, вот такие мелочи. Мне вообще приятно, когда я вижу, как Бог заботится о нас. Много мне приятно, когда ты видишь, как Бог сыгрижит за нас. Нас не было больше месяца. Один месяц отсутствовал мы. Не скажу, что было плохо. Я могу сказать, тебе еще злее. Но дома лучше, да. Но в кашке подобрее. Но дома лучше. Да, знаете, мы всю ночь... Ну, я ночью не спала, потому что рейс задержали. И я спрашиваю, что я не спала, за что ты... самолета го задержахом. Знаете, я вот коротко скажу, что за этот месяц я видела. Мы были в Стамбуле, потом были в Америке, потом были в Алании. Целый месяц на бях мы в Стамбул, бях мы в Америке и бях мы в Алании. Потом опять в Стамбуле. После пак в Стамбул. Я вам скажу, Бог везде. И что вы кажете, Бог и навсякогда. Я вам хочу сказать, что мы видели столько любви Божьей. И не видях мы толково много любовь-то на Бог. Но мы видели, везде есть проблемы. Но на всякое има проблемы. И поэтому не надо обольщаться, что где-то там в Америке хорошо, нет проблем. Зато не треба да грешим, че някъде в Америка, например, няма никакой проблемы, и там да. И много добре. В Турции еще теплее, чем здесь, нет проблем. В Турции по топу тука и няма проблемы. Вы знаете, везде есть проблемы. На всякое има проблемы. Но везде мы видим, как Бог побеждает. Но на всякое виждаме, как Бог побеждава. И мы были очень благословлены. Бяхме много благословений. И вот последнее скажу, что мы два дня последние были в Стамбуле, в Духовной Академии. Последние два дня бяхме в Стамбуле, в Духовной Академии. И меня очень впечатляет то, что 12 молодых людей учатся там на миссионеров. И много меня учудит, как има там 12 молодых хора, которые учат, да станут миссионерами. Самый молодой — это 17 лет. Наймладзе — это 17 години. И я не скажу, что это какие-то тупые дети, там, юноши, которым нечего делать. И няма такая же, что эти хора с меня как виглупови, какую-то няма от какого-то правят. Один из них МГУ закончил. Един я у тебя я завершил МГУ. Физмат магистратура. А другие я завершил математика магистратура. Один 17-летний только вернулся из Сингапура. Вот другие с этим здесь... Какой-то на 17 години, то есть я вернулась в Сингапур. Меня вот вдохновляет то, что молодые люди, они хотят следовать за Господом. Много мы вдохновляют, чем молодые хотят идти искать, в мусульманские страны, чтобы проповедовать Иисуса Христа. И уйти вот в мусульманские державы, чтобы вот проповедовать Иисус Христос. Такая жирная точка была в конце нашего путешествия. И това бы еще точка в нашем путешествии. И я тоже хочу вдохновить нашу церковь, знаете, наши проблемы не заканчиваются на наших домах и на нашей церкви. Искам да вдохновят церковь, то че наши проблемы не свершат в наши домовые церкви. Вот какие мы будем ставить себе... вот будет у нас проблема накормить семью. А куй мамы проблем, да нахраним семейству. Вот только и будем кормить семью. Тогава саму храним твое семейство. А когда будут у нас цели...
благословлять миссионерство. Ако мы цели да благословим миссионери. Открывать христианские ассоциации в Турции. Да, открываем христианские ассоциации в Турции. Тогда Бог и будет нам давать зарабатывать такие деньги. Тогава Бог что не дава да печелим толкова пари. Да, ну, об этом я вам расскажу. Мы много видели, коротко так скажу, в Америке вышел хор мужчин, все в белых костюмах, красные бабочки. В Америке излезе хор от мужей в белые дрехи. Ну, наверное, человек 40. Някогда 40 души. Пели для нас хором песни. И те пяха песни за нас. И нам говорят, половина хора — это миллионеры и миллиардеры. И на нас не казаха, что половина того този хор, те са миллиардели, миллиардеры и миллионеры. Они пели для нас песни. И те пяха песни за нас. Говорят, они спонсируют миссионерские движения. И те со спонсоры на миссионерские движения. Поэтому я вот хочу вдохновить. Вы знаете, Бог хочет каждого и может использовать из нас. И искам, да вдохновить, что Бог иска и может использовать всякий один от нас. Да, и мы можем начать это с окружения своего. И можем тва да започнем от нашего окружения. У нас мы очень много видели вообще чудес, пережили в своей жизни, в своей много семье. Много видях мы чудеса. Но я, наверное, в следующий раз расскажу это. Ну, другие пыты ты расскажем. Да, давайте мы за детей будем молиться, да? Давайте мы помолимся за детей. Пойдем. Потерялся. Пойдем. На прославлении выходил молиться. Да. Слава Богу. С Андреем ли встретились? Я говорю, как дела в церкви? Он говорит, все хорошо. Я такая, ну, слава Богу. Асфальт проложили, аминь. Теперь молимся, чтобы асфальт проложили вот до сих пор. Привет. Все? Пашка всех привел? Ничего, он подойдет сейчас. Давайте мы прострем наши руки. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за детей наших, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что они смеются, Боже. Пусть они радуются, смеются, Господь. Пусть, когда Дух Твой приходит, приходит радость, Господь. Мы благословляем их в школе, мы благословляем их в их кружках, в которые они ходят, Господь. Благослови, пожалуйста, эту сегодняшнюю воскресную школу. И все, улыбаясь, скажем «Аминь». Аллилуйя. Знаете, я читала недавно тоже книгу, было больше времени, о том, как важно вообще смеяться. Знаете, проблема в том, что мы очень часто бываем серьезные. Поэтому слава Богу, что Павел нас сегодня рассмешил. У нас сегодня другой Павел, да? Будет. Я потеряла, да. Будет делиться словом, пожалуйста. Давайте поприветствуем.